Прежде всего, моему Гуру Пада Падме, Нитилила Правишна Ом Вишну Пада, Аштат Рашата, Шри Шри Мат Бхакти Шри Рупи, Сиддханте Госвами Махараджу, я предлагаю бесконечные саштанга Нандават Пранамы, склоняясь к его лотосным стопам. Также моему Шикша Гуру Пада Падме, Нитилила Правишна Ом Вишну Пада, Аштат Рашата, Шри Шри Мат Бхакти Веданте, Шри Ли Нарайне Госвами Махараджу, я предлагаю свои Шрадха Пушпанджали, возлагая их к его лотосным стопам. Также я прошу всех вайшнавов и вайшнавы принять мои поклоны Харе Кришна. Сегодня особая титхи, особый день. Чира Дахи Махотсава. Праздник, который Рагхунатха Даса Госвами устроил, накормив всех вайшнавов в Бенгале плющеным рисом, хлопьями риса. Вместе с хлопьями, сладостями, бананами, сладостями. Когда Судама пришел к Кришне, он тоже принес ему плющеный рис. И Господь принял это подношение, предложенное с любовью. Сегодня поэтому мы послушаем немного о празднике Чирадахи Махотсаве. Как Шрила Кришнадас Кавираджа Госвами описывает в читании Чаритамриты? Когда он начинает какую-либо главу в читании Чаритамриты, то в первой шлоке описывают особенности лил, которые будет повествовать далее. Эта шлока кратко содержит суть всего, о чем будет повествоваться в дальнейшем. Какой шлокой начинается повествование о Чирадахи Махотсаве? Крипа Гунар Я Кургриханда Купа. Цитата. В этой шлоке мы предлагаем поклоны Шри Чайтанья Махапрабху. И как описывается здесь Чайтанья Махапрабху? Крипа Гунар Джага. Махапрабху пролил милость на Рагхунатху Даса Госвами. По его беспричинной милости Рагхунатха Даса Госвами смог выбраться откуда? Из Гриханда Копа, из глухого колодца семейной жизни. Ведь Рагхунатха Дас Госвами ранее жил обычной жизнью в семье. У его отца был брат. У брата детей не было. Получается, что у них на двоих был один, по сути, ребенок, Рагхунат Дас Госвами.
Его семья была очень богатая, и годовой доход составлял 10 тысяч золотых монет. Представьте себе, сколько это, 10 тысяч золотых монет каждый год. Таков доход был в его семье. И все это доставалось, по сути, всей семье Рагхунатху Дасу Госвами, поскольку у его дяди детей не было. Рагхунат Дас Госвами в это время получил общение Харидаса Такура и услышал от него о ценности человеческой жизни, которую Господь каждое рождение не дарует. Душа вращается в круговороте из 8 миллионов 4 тысяч видов жизни. И лишь изредка Господь по своей беспричинной милости дарует рождение в теле человека. Для чего? Для того, чтобы душа могла совершать баджан. Ведь вишая калу сарвата сьят. Наслаждаться можно и в других формах жизни. В каком теле нельзя, например, продолжать род, спать, предаваться чувственным наслаждениям? Да в любой. Но заниматься духовной практикой можно только в теле человека. Поэтому Шрила Тривикрама Госвами Махарадж призывал нас не проводить эту ценную человеческую жизнь так же, как мы жили, когда были животными. Ведь в любой форме жизни рождают в себе подобных и воспитывают, а затем умирают. Но это же не смысл жизни. Жизнь за жизнью мы уже этим занимались. Но сейчас Бхагаван, Господь, даровал нам прекрасную возможность для того, чтобы совершать баджан, духовную практику. Если мы воспользуемся этим драгоценным шансом, то все жизни увенчаются успехом. Этава джанма сафальям. Все наши предыдущие рождения будут благословлены, если мы эту жизнь человеческую используем по назначению, то есть для того, чтобы совершать баджан, духовную практику. Праная Артхай Диявача, если мы будем Шрея Ачарнам Сада. То есть, если мы умом, телом и речью в этой жизни будем совершать бхакти, поклоняться Господу, тогда наше рождение станет благословенным. Кимикро Госвами Махарадж поэтому предостерегал не тратить человеческую ценнейшую жизнь на глупости, которые возможно совершать и в других формах жизни. Потому что человеческая жизнь бесценна из-за возможности совершать в ней духовную практику. Об этом Рагхунат Дас Госвами слушал от Харидаса Такура, и, конечно же, в его сердце проснулось вайрагья, отречение от мирского. Он больше не хотел посвящать себя приходящей деятельности. И поэтому он начал раз за разом пытаться сбежать из дома, принять прибежище у Шри Чайтаньи Махапрабху. Но он же единственный наследник такого огромного наследства. Приводится пример. Индра Тулья Айшварья. Какое богатство было в его доме, подобно богатству Индри, царю полубогов. Поэтому, как бы он ни пытался сбежать, естественно, его отец и дядя возвращали его. В этом мире что порабощает? Два аспекта – это богатство и женщины. Благодаря этому дживы привязываются к материальному миру. Поэтому родители решили, когда Рагхунатху Дас Госвами сбегал раз за разом, надо его женить, чтобы он уже утихомирился и жил спокойно. Поскольку он происходил из настолько богатой семьи, то и девушку ему нашли тоже очень возвышенную. Она была прекрасна, как Апсари, небесная дева. Но даже после свадьбы ничего не изменилось. Почему? Потому что говорится, что на кого Господь Махапрабху пролил свою милость, такого человека уже не будет ничего больше приличать Чайтанья Чандрера Крипа Хайча Инхара. Койпагала Хедандалат Хе Койпагала Бетанари. Кто-то сходит с ума из-за богатства, кто-то из-за детей, из-за женщин. Но Сачпагала, кто действительно безумец в подлинном смысле? Банки Бихари. Имеется в виду, что настоящее опьянение только духовное, и оно перевешивает привязанности ко всему материальному. Поэтому тот, кто хотя бы раз почувствовал вкус духовного, уже не будет привязан к материальному.
Пивамангал Дастакур приводит следующее сравнение. Саркаре Каркасаси. Если кто-то хотя бы каплю любви Рады Кришны вкусит, то вся мирская раса для него потеряет какой-либо вкус, любой интерес. Даже сладкий виноградный сок покажется ему безвкусным. Такая аналогия приводится. Амрита Мритаси. Нектар бессмертия покажется такому человеку на самом деле обычной мирской водой. Почему? Потому что раса, трансцендентная любовь Рады и Кришны, несравненно сладка. Поэтому даже Саркаре Каркасаси, самое вкусное, самое сладкое в этом материальном мире, утратит всякий вкус. Даже Адхарамрита, нектар уст мужа или жены, уже не будет привлекать человека, который вкусил хотя бы немножечко трансцендентного блаженства. Крипа Гунахи, Гриханда Купа. Возвращаемся к самой первой штуке, где рассказывается, что Махапрабху пролил милость на Рагхунатха Даса Госвами, вытащив его откуда? Из Гриханда Купа, из темного колодца материальной жизни. Ведь в семейной жизни обычно нет ни харикатхи, ни харибаджана, ничего духовного. Поэтому такая жизнь сравнивается с Гриханда Купа, с непроглядным темным колодцем, глухим колодцем. Но Махапрабху, благодаря своей милости, помог Рагхунатху Дасу Госвами оставить такую жизнь, Ясья Сварупа. И затем Махапрабху поручил Рагхунатху Дасу Госвами заботам Сварупа Дамодара, поэтому Рагхунатху Дасу Госвами называют Сварупена Раху. Поэтому его так называют Сварупена Раху. Махапрабху сказал: если ты хочешь что-то изучать о Рагхунатхе, изучай это от Сварупы Дамодары. И такому Шри Чайтанья Махапрабху мы предлагаем поклоны. Говорится в первой шлоке в главе о Чирадехи Махотсве. Именно тому Махапрабху, который помог Рагхунатху Дасу Госвами сбежать из мира, из семейной жизни. Как же это именно произошло? Рагхунатха Дас Госвами пытался раз за разом сбежать, но в конце, время последней попытки, Рагхунатха Дас Госвами устроил пир. И когда ему все-таки удалось достичь Махапрабху, Махапрабху сказал: «О, Рагхунат, Господь пролил на тебя огромную милость, несравненную. Он вытащил тебя из этой жизни, которая подобна Нараке, аду. Он помог тебе избавиться от такого существования. А мы, наоборот, хотим в этот ад погрузиться, то есть вступить в семейную жизнь». Махапрабху говорит: «О, Рагхунатха, ты так удачлив. Тебя Господь вытащил из этой нараки, из ада, ради того, чтобы ты мог совершать баджан. А мы, наоборот, бежим к этому, к этой жизни, как насекомое, которое вытаскивает из навозной ямы. Оно, наоборот, устремляется туда еще раз». Это не признак настоящего баджана, духовной практики. Вот когда мы хотим оставить самсару, духовную жизнь, совершать баджан, посвященный Бхагавану, вот это бхакти. А не когда мы раз за разом стремимся погрузиться в мирское. Что тогда о бхакти говорить? Разве это бхакти? Поэтому Махапрабху сказал: «О, Рагхунат, Господь по своей беспричинной милости вытащил тебя из этого ада, этой нараки». Ведь о чем думают люди с утра? Куркума закончилась, соль закончилась, специю купить надо. Поэтому их называют греха-метхи, греха-врата. То есть грехаски, есть греха-метхи, греха-врата. Греха-метхи – те, чей разум постоянно думает о мирском. Греха-врата – те, кто дают как бы врату обет посвятить себя всецело мирской жизни. Но Махапрабху избавил Рагхунатху Даса Госвами от такой жизни. Именно ему мы предлагаем свои поклоны, такому Господу. Как же именно это все произошло в деталях?
Послушаем дальше. Цитата. Рагунатха Дас Госвами раз за разом пытался сбежать из дома и принять прибежище у Махапрабху. Но такой возможности ему не предоставлялось окончательно убежать, потому что его каждый раз за разом ловили. Даже когда он спал, чтобы он не оставил дом, около 3-4 человек всегда охраняли его. Когда он выходил за пределы дома, всегда также его сопровождали люди, которые следили за тем, чтобы он не убежал. Ведь такое огромное состояние было у его семьи, и он был единственным наследником. У моего Гурудева, Шрила Бхакти Шривасананди Госвами Махараджа, такая же ситуация была в жизни. Он раз за разом пытался сбежать, но, будучи сыном богатого землевладельца, у него тоже не сразу получилось. Кроме того, он был очень образован благодаря своему высокому рождению. Раньше люди все не могли учиться. Обычные люди учились, может быть, до 2-4 класса. Но Гурудев, благодаря своему рождению, был также очень образован. И он очень сильно расстраивался, плакал из-за того, что ему не разрешали уйти в садху. Но семья Гурудева даже вызвала полицейских, стражи порядка, и говорили: «О, эти святоши затуманили разум нашему ребенку, он хочет уйти с ним, пожалуйста, верните его». И когда у Гурудева не получилось сбежать, он так плакал, так расстраивался, ведь он хотел принять прибежище у садху, а не продолжать жить в семье. И Гурудев повел себя по примеру Рагунатха Даса Госвами. Ведь его также охраняли и спрашивали: «Куда ты направился? Куда ты пойдешь?» И Гурудев понимал: «Так тяжело, нет никакого... никакой возможности». Поэтому прибегнул к хитрости. Срезал шикху, снял кантимал, сказал: «Да что это на меня нашло? Эти святые затуманили мне разум». «Да, конечно, это все бесполезно. Зачем мне эта жизнь святых?» Родители успокоились: «Ну, наконец-таки, наш сын пришел в порядок». И тогда он постепенно начал выходить. И пока он вот этот спектакль разыгрывал, он не выходил из дома, а потом сказал родителям: «Послушайте, я так долго не выходил за примеры дома, можно ли я навещу свою сестру?» И родители подумали: «Да, действительно, он долго не навещал сестру, не выходил из дома», и они разрешили ему. А Гурудев тогда из Восточной Бенгалии взял билет, и не билет взял, а отправил, взял билет и поехал в Калькутту из Восточной Бенгалии по адресу, который ранее ему садху дали. И Гурудева звали тогда Шив Шанкар. Когда он пропал и оказалось, что его нет даже в доме сестры, начали повсюду хлопотать, искать: «Где Шива Шанкар? Где он?» И семья тогда уже приехала в Калькутту, нашла его. Сам Прабхупада принял их и объяснил, поговорил с семьей, с семьей Гурудева, сказал: «Послушайте, если хотя бы один человек из рода, из семьи совершает духовную практику, это означает, что он очень удачлив, потому что он за многие-многие миллионы рождений накопил сукрити, духовное благочестие для этого. Кроме того, благодаря его духовной практике 21 поколение его семьи получает благо. Поэтому ваша семья благословлена в высшей степени тем, что у вас такой сын. Он обретет благо сам и подарит мукхи, освобождение из этого материального мира, из круговорота рождения и смерти всем вам». И родители согласились, убежденные Прабхупадой: «Ну хорошо, ладно, пусть совершает духовную практику». То есть жизнь Гурудева такая же, как жизнь Рагунатха Даса Госвами. Обоим семья не разрешала оставить дом и заниматься духовной практикой. И Рагунатха Дас Госвами в один из случаев тоже около месяца не выходил из дома. Потом он год терпел. И на следующий год опять стал думать: «Ну как же мне все-таки сбежать?»
принять прибежище у Махапрабху. Цитата. Когда он раз за разом сбегал, его мать Рагхунатха Даса Госвами сказала его отцу: «Послушай, мне кажется, наш сын сошел с ума, он постоянно хочет сбежать, нужно привязать его, чтобы он не сбегал». Однако отец Рагхунатха Даса Госвами сказал: «Глупая, как же мы сможем удержать его?» Что говорится далее? «Индра Сама Авсари». Индра Сама Ашвари Стри Апсара Сама. Цитата. Отец Рагхунатха Даса Госвами сказал его матери: «Глупая женщина, что же неразумные речи ты ведешь? Даже красавица жена и богатство не привязали Рагхунатха нашего сына к обычной жизни. Как же его удержат обычные веревки и даже железные цепи? Мы дали просто ему рождение. Однако его самскары, его прошлые впечатления определяют его жизнь. Мы просто родили тело, но у души свои самскары, свои впечатления. Поэтому ты безумные речи ведешь». Цитата. Если Чайтанья Махапрабху пролил на кого-то милость, кто не сойдет с ума от божественной любви Махапрабху? Поэтому никакие веревки, никакие цепи не удержат нашего сына дома. Цитата. Рагхунатха Даса Госвами продолжал думать: что же делать, как мне покинуть дом? И тогда он нашел выход. Он узнал, что в Панихате находится Шри Нитянанда Прабху. Были в Панихате? Не были. Во время Надыва Парикрама мы с вами постараемся хотя бы раз посетить Панихати, это чудесное живописное место, где течет Ганга, зеленые раскидистые деревья. Рагхунатха Даса Госвами встретился там с Нитянандой Прабху. Нитянанда Прабху пришел в это место, и Рагхунатха Даса Госвами подумал: мне хотя бы раз нужно встретиться с Нитянандой Махапрабху. Киртане Севака Санга. Цитата. Нитянанда Прабху был в Панихате, и Рагхунатха Даса Госвами пришел туда и увидел, как Нитянанда Прабху на берегу Ганги под древом сидит на дереве, под огромным красивым деревом. Там расположился Нитянанда Прабху. И он сиял, словно солнце, ведь это сам Баладева Прабху, Нитянанда Прабху. Поэтому он был очень высоким и сияющим, красивым. Цитата. Когда Рагхунатха Даса Госвами увидел Нитянанда Прабху, окруженного многочисленными бхактами, преданными, он был поражен его величием. Очень удивился сиянию Господа и его могуществу. И издалека он предложил поклоны Нитянанда Прабху. То есть, как только увидел он Нитянанда Прабху, сразу же распрострался на земле. И слуга Нитянанда Прабху сказал: «Рагхунатха Дас Госвами, Рагхунатха Дас предлагает тебе поклоны». Цитата. Когда Нитянанда Прабху сказали об этом, то Господь что сказал? «Ты чор, вор, подходи, не приходил ко мне так долго. Вор, ну-ка иди сюда». «Зачем? Ай-ай, иди сюда, я накажу тебя». Цитата. Когда Нитянанда Прабху подозвал Рагхунатха Даса Госвами, тот не решился подойти. Ведь он что слышал? «Вор, подойди сюда, я тебя накажу». И Рагхунатха Даса Госвами поэтому не решался подойти. Но Нитянанда Прабху сам притянул его к себе и возложил свой лотос на стопы на голову Рагхунатха Даса Госвами.
почему он назвал Рагхунатха Даса Госвами чёром, вором? Причина следующая. Нитай Карунахабе, Враджа Рада Кришна Пабе. Цитата из Бхаджана. Нитая Крипа Хабе. По милости Нитянанда Прабху можно обрести Раду и Кришну. Без благословения Нитянанда Прабху невозможно приблизиться к Божественной Чите. Хэна Нита Винабай Рада Кришна Пайтана. Поэтому необходимо вначале обнести милость Нитянанда Прабху. И для этого крепко держаться за лотосные стопы Нитянанда Прабху. По его благословению и милости мы обретем Бхагават Бхакти. Нитянанда Прабху — это Аканда Гуру Татва, единая Гуру Татва. Он первый Пракаш, первое проявление Адья Кайвьюха, первое проявление Шри Кришны, Адья Гуру Татва, Нитянанда Прабху. Те, кто оставляют Гуру Дева и пытаются поклоняться Говинде напрямую, достичь его самостоятельно, Сейпапи Нарака Манджа. Такие грешники Сейпапи отправляются в Нарку, в ад. Сидхир Бхаватива Найти Самсая Ачута Севина. Те, кто напрямую служит Господу, не факт, что его достигнут. Сидхир Бхаватива Найти, то есть достигнуто несовершенство или нет, неизвестно. Писания такого не обещают, если кто-то напрямую дерзает приблизиться к Господу без руководства. Но Ашри Алайя Баджа, Кришна Нахитяджа. Но Кришна никогда не оставит того, кто принял прибежище у гуру, духовного учителя. Вот таким личностям шастры дают гарантию обещания, что никшамсаят, без каких-либо сомнений, те, кто принял прибежище у духовного учителя, достигнут однажды Верховного Господа. Поэтому, когда Рагхунатха Даса Госвами пришел к Нитянанде Прабху, тот сказал: «Ну-ка, подходи поближе». Ведь Махапрабху — это мое, Махапрабху — это мое богатство. Ты хотел без меня, в обход меня достичь Махапрабху, приблизиться к нему. Поэтому ты вор, ты пытался украть мое богатство, мою сампати, то есть Махапрабху. Поэтому подходи поближе, я тебя накажу. И после этого Нитянанда Прабху возложил свою стопу на голову Нитянанда Прабху и сказал ему о наказании. Каком наказании? Цитата. В мире Бхакти даже данда наказание очень сладостное. Наказанием Рагхунатхи Даса Госвами было устроить пир для всех преданных, послужить им. Рагхунатхи Даса Госвами, услышав о таком наказании, в кавычках, очень обрадовался, ведь ему нужно было устроить утсав, праздник для всех преданных. По сути, это было благословением Нитянанда Прабху, чтобы Рагхунатхи Даса Госвами смог воздать служение всем бхактам. Почему это важно? Вайшнава Хридая Сада Говинда Вишрама, где пребывает Бхагаван? В сердцах преданных. Поэтому, когда мы служим преданным, то Бхагаван, Господь, естественным образом удовлетворен, ведь Он в сердцах преданных, а мы им служим. И по милости преданных мы можем обрести прему, любовь к Господу. Поэтому, чтобы Рагхунатха Даса Госвами обрел милость всех преданных, Нитянанда Прабху дал ему, в кавычках, наказание, накормить всех преданных, устроить праздник. Мы постараемся сегодня тоже устроить такой фестиваль с рисовыми хлопьями, бананами, манго, йогуртом, сладостями, сандешем, перой. Какие сладости есть, все эти сладости используем и сделаем угощение. Сегодня вечером, поэтому постараемся также как бы испытать наказание и накормить всех преданных. Дома у вас вряд ли такие наказания, есть такие фестивали. Поэтому приходите сюда почитать прасад, по примеру тому, как Рагхунатха Даса Госвами кормил всех преданных. Рагхунатха Даса Госвами был преисполнен радостью, услышав такое наказание, и немедленно послал своих людей, чтобы они принесли все необходимое. В разные деревни. Ведь Рагхунатха Даса Госвами был
очень богатым, состоятельным. Поэтому он отправил своих спутников за всем необходимым, чтобы они принесли рисовые хлопья, йогурт, молоко, сладости, сахар, бананы, все необходимое для праздника, для фестиваля. Цитата. В Бенгалии, когда кто-то узнает, намечается прасад, то все собираются. Мы, например, иногда смущаемся. А если я приду почтить прасад, то что мне скажут, что подумают? Иногда мы так робеем. Но в Бенгалии люди так любят прасад. У них такой вкус к прасаду, что они, когда узнают, что намечается праздник с прасадом, то все, не только все от мала до велика, приходят, садятся в линию, в ряд и почитают прасад Бхагавану. Прасад Бхагавана. Поэтому, когда браманы и почтенные люди услышали, что намечается праздник, все собрались, и постепенно образовалась огромная-огромная толпа. И принесли все необходимое, огромные глиняные горшки, в которых начали готовить. Кто-то замачивал рис, кто-то нагревал молоко, и начали готовить рисовые хлопья двух видов. Один с молоком, один с йогуртом, а другой со сгущенным молоком. Или с горячим молоком в другом варианте. Добавлять туда уже потом бананы и все остальные ингредиенты. Вот дахи с йогуртом, то есть первый вариант с горячим молоком, либо со сгущенным молоком, второй вариант с дахи. И вот там уже добавляли бананы. То же самое. Вроде просто на бенгале читают, и читают чаритамриту, потом на хинди объясняют, поэтому дублируется. Что использовали для угощения? Использовали особые бананы. Они называются чанпакала, то есть особые, очень-очень вкусные бананы. Также добавляли сахар, чистая ги и немножко камфоры. Она придает особый вкус блюдам. Вкус и аромат. Цитата. После этого Нитянанда Прабху сел на возвышение, и перед ним поставили 7 горшочков с угощениями. Раньше использовали глиняные горшки, поэтому перед Нитянанда Прабху поставили 7 горшочков с угощениями. Цитата далее. Особые возвышенные личности сели вокруг Нитянанда Прабху, сели в ряд перед ним, так же, как мы почитаем прасад, садясь рядами. Цитаты. Кто был такими спутниками? Что за спутники Нитянанда Прабху? Рама Дас Сундарананда, Дас Гададхара, Мурари, Камалакара, Садашива, Пурандара. Эти преданные сидели, но не только они. Хананджая, Джагадиша, Парамешварадас, Махеша, Гауридас, Хода Кришнадас, Удхарана Даса и другие преданные, которых невозможно всех перечислить, сидели на возвышении рядом с Нитянандой Прабху. Цитата. Пандиты, ученые мужи, услышали о празднике, Нитянанда Прабху позвал их, и тоже им, поскольку они были старшими, отвел почитаемое место, выразив им тем самым почтение. Он предложил им также присесть и присоединиться к празднику. Цитата. Перед каждым из преданных, из тех, кто был на этом празднике, поставили по 2 горшочка. В Бенгалии кушали дахи,
какой он сладенький. Кислый дахи, кислый йогурт никто не ест. Настолько сладкий этот йогурт дахи, что он похож даже на рабри. Есть даже особые дахи, он красноватого цвета, очень-очень вкусный. У меня есть гурубай, гуру-брат. Когда он узнал, что я приехал, то он послал дахи, 5 кило дахи в храм моего Гурудева. Очень-очень вкусный дахи, как рабри, очень сладкий. Прекрасный, изумительный дахи. Итак, перед тем, кто, перед каждым из тех, кто был на празднике, поставили по 2 горшочка с разными видами рисовых хлопьев. Цитата. Вокруг Нитянана Прабху на возвышении сели почтенные люди, а пониже сели все остальные. Далее цитата. Поскольку этот праздник был на берегу Ганги, в живописном чудесном месте, то некоторые, кому не хватило мест ни на возвышении, ни на равнине пониже, они даже на берег Ганги спустились и там уже почитали прасад. Например, когда мы устраиваем праздники, тоже бывает, что мест не хватает. Вот, по аналогии, занимали все возможные места, где только можно было находиться. Цитата далее. Но людей было столько, что они не умещались даже на берегу Ганги. И некоторые поэтому просто в воды Ганги входили, в руках просто держали прасад и почитали, стоя в водах Ганги. Так все почитали прасад. Цитата. Так получается, что было несколько групп преданных на возвышении, пониже, на берегу Ганги, в Ганге. Все они почитали прасад. Сколько же преданных раздавали прасад? 20 человек раскладывали, раздавали прасад всем, кто почитал его. Всех угощали чирадахи. Цитата. Рагва Пандит в это время пришел на берег Ганги и увидел, что огромное количество людей почитают прасад. Он очень сильно удивился этому. Столько ведь преданных собрались вместе. Цитата. Рагва Пандит пришел, увидел, что происходит, и сказал Нитянане Прабху: «О Прабху, о господин, в моем доме я приготовил для тебе угощение, ведь в этот день Нитянана Прабху был приглашен на прасад. А ты тут пируешь», — сказал Рагва Пандит. Нитянана Прабху ответил: «Не волнуйся. Сегодня, сейчас я здесь почту прасад, а потом уже после обеда, к вечеру, я приду к тебе и почту прасад в твоем доме. Поэтому не переживай». Цитата. Нитянана Прабху сказал: «Сегодня я испытываю особую ананду, блаженство. Почему? Потому что я ведь гопа, я из семьи пастухов. Он старший брат Кришны. Оба они пастухи. И сегодня мы также пируем. Ведь Кришна и Нитянана Прабху и Баларама как кушают. Кришна и Баладев, когда отправляются пасти коров, они не на берегу Ганги, а на берегу Ямуны садятся, и все вместе, все пастухи почитают прасад, кушают.
И вот подобным образом Нитьяна Прабху также вместе со всеми почитал прасад, поэтому он был очень доволен. Когда все вместе вкушают прасад, особое удовольствие. Ведь можно восславить прасад, обсудить что-то, послужить прасаду, поговорить, какой чатни сегодня сделали для Господа. Господь Махапрабху непременно сегодня вкусил эти подношения, ведь они такие вкусные. Какой особый вкус, особая раса в этих угощениях. Это верный признак того, что Господь непременно эти подношения вкусил. Поэтому эти блюда такие вкусные. Ведь когда, пока Бхагаван их не вкусит, они не приобретут свой особый вкус. Поэтому Нитьяна Прабху был очень рад сидеть вместе со всеми и почитать прасад. Цитата. Для Рагава Пандита тоже принесли два горшочка с плющенным рисом, с рисовыми хлопьями. Далее цитата. Когда все расселись по рядам и всем раздали по два горшочка просада, каково правило? Не просто нужно плюхнуться и почитать просад. Мы, например, сначала поем, что «Махапрасады Говинде Намо Брамани Вайшнавы». Необходимо повторить эту шлоку. Почему? Потому что обычные люди кушают и считают, о, это дал, это рис, это овощи. Но мы не должны так относиться к прасаду. Это неверно. Махапрасад Говинде. В этой шлоке объясняется, что свалпа пунья, что те, у кого мало благочестия, кому не хватает духовных заслуг, воспринимают прасад не как духовную субстанцию, а считают, что им подали рис, дал и так далее. Но на самом деле это духовное подношение. Кришна сначала его вкусил, затем Радарани, Враджа-гопи, вся наша Гуру-варга. И потом уж этот прасад мы смогли почитать. Это не просто дал, сабджи. Не нужно воспринимать прасад через призму материального. Шрила Бхактисаранга Махарадж, один из наших преданных, очень хорошее наставление дал. Он возвел храм в Амритале. Видели его? Когда подавали роти, сабджи, дал, он настолько был погружен в служение прасаду, ведь он понимал, что сам Кришна почтил этот прасад, Радарани затем почтила, потом Лалита, Вишакха, Рупа Манджари, Рати Манджари, затем Шрила Бхактивинода Такур, Камала Манджари, Шрила Прабхупада, затем, как мы воспринимаем, Винода Манджари почтила. Затем наш Гурудев Рамана Манджари почтил прасад. И потом уже мы обретаем прасад. То есть это особая удача почитать прасад. И Саранга Госвами, также относясь к прасаду, то есть понимая его трансцендентность, когда ему клали прасад, а потом докладывали, он даже мог не замечать, что ему доложили. И когда ему говорили, Махарадж, а вот же еще. Ой, а я и не заметил. То есть он настолько был погружен в служение тому прасаду, который ему давали, думал только об этом, как послужить остаткам пищи всех старших. Был брамачари, вторая история, по имени Кунджа Бихари. Он, когда присоединился к храму, он мог делать замечания, что масала не хватает, специй, масла многовато и так далее. Но Бхакти Саранга Госвами Махарадж, кто услышал об этом, он на него прикрикнул, «Эй! Ты прасад почитаешь? В храм пришел или в отель, в гостиницу? Ты где находишься вообще? Сам Кришна, Радарани, Иксаки почтили прасад, а ты говоришь, соли не хватает? Специй тебе мало? Нельзя так говорить!» Предупреждал Саранга Госвами Махарадж. Поэтому как принято? Когда мы готовим для Господа, сначала нужно немножечко отложить и попробовать, а соли-то хватает? Не так, что мы Кришне дали, что получилось, а потом уже говорим, ой, не досолил я, не хватило чего-то. То есть потом уже за почтением прасада обсуждаем, что не так, что нужно было исправить. Нет,
перед предложением немножечко нужно отложить, попробовать, не глотать, просто на кончик языка, чтобы ощутить, а хватает ли соли, хватает ли всех остальных ингредиентов, специй. Ну, затем уже вымыть рот, и потом уже, когда подношение готовое, да, соли на всего хватает, тогда уже предлагать. А когда предложено, тогда мы уже не обсуждаем, досолено, недосолено. Это апарадха. Апарадха, оскорбление, так относиться к просаду. Обсуждать, чего там не хватает, либо чего в излишке. Итак, когда все расселись по рядам, и у всех были горшочки с просадом, все спели Махапрасады Говинде, восславили просад, то Нитянанда Прабху что сделал? Он понимал, что все собрались, но кого нет? Шри Махапрабху нет. И Нитянанда Прабху тогда вспомнил Махапрабху. Махапрабху в это время где был? В Джаганнатхапуре. Но поскольку Нитянанда Прабху вспомнил Махапрабху, то Махапрабху проявился из Джаганнатхапури в Панихате. Ведь он Сарва Антарьями, он в сердце каждого. И когда Нитянанда Прабху вспомнил его, Махапрабху, зная об этом, появился. Но не все смогли его увидеть. Только особые личности смогли лицезреть Махапрабху, получить его даршан, понять, что из Орисы Махапрабху пришел в Панихате, чтобы почтить просад, послужить ему. Только особые удачливые души видели это. Далее еще были лилы, мы о них послушаем уже вечером. Как Рагхунатхадас Госвами служил Нитянанде Прабху и всем преданным, затем обрел их благословение, ашриват, и смог, наконец, оставить дом, принять прибежище у лотосных стоп Махапрабху. Это мы уже обсудим вечером. Чатур Тарвеш Чатур Пар.